После Кипра идет Чехия. Корова. Следующая страна у нас идет Дания. Смотрим, что там Дания. Следующая страна Эстония. Следующая страна – Финляндия. Смотрим, что нам Финляндия подготовила. Финляндия-то хорошо. Следующая у нас страна идет, страна-организатор, Франция. Но также на эту страну мы тоже покажем результат, финал или не финал, несмотря на то, что она проходит автоматы. Мы проголосуем. Дадим такой результат. Так, после Франции, да, у нас Грузия. О, хорошая страна. Смотрим. Следующая страна у нас тоже.
автоматчик Германии. Мы проголосуем.